него покупает он барабаны, как я понимаю, тоже айтем, знаете ли. Ну, метовый довольно, сейчас на всех его прям корах берут, но на морфе, знаете ли, я думаю, не этот айтем он хотел покупать, когда брал его, когда пикал этого самого морфа. Ну и пока неожиданный довольно исход. Ну, лави, да, матч не дают. Ну, 30 человек есть, я думаю, кто-то все-таки поставил до игры, и мне интересно сейчас посмотреть, чем все закончится. Первый матч по-любому до конца досмотрим, чего уж тут. Некра уже есть, Рода Фатос, айтем довольно сильный, айтем может, вот как раз тот самый, нет такого какого-то стана, есть земелья, но нужен какой-то еще более сильный стан. Некр, кстати, здесь на лоу КП, он не имеет шанса отлететь перед смертью, он дает косу, но Оракл успевает засейвить своего Некра, он пока все еще живет. Оракл, почему он его не хилит, потому что второй спел на кулдауне, Венга здесь на лоу КП выживает, а ух ты, Некр уже фуловый, даже после ульта. О, Дэну здесь саппорта всех половили, и Дайер первый умирает, земелья, в ответ только Бэйна забирают, и драка все еще продолжается. Дарксир здесь на лоу КП умирает, он, морф прилетает, забирает, он... нет, все-таки Дестрой забрал фраг, и сейчас здесь Дайер имеет шанс просто поумирать, грубо говоря, все, хотя еще... Почему нет? Урса, кстати, влетает в файт, та самая Урса с Аегисом. На лоу хп выживает Дестройер, Венга его сейвит свапом, Дестройера все-таки добивает Некор, а Урса в свою очередь убивает ту самую Венгу, которая пыталась подсейвить, но не получилось. И последние два героя в живых это Оракл и... Это не Оракл, извиняюсь, это Морф, который был в Оракле. И Кунка, уже Бэйн резнулся, пролетел он тоже, а Егис убивает из Урсы, такая затяжная у нас драка. И Урса сейчас встанет и имеет возможность ее тоже убить. По крайней мере, Морф все еще живой, у него 20 сиков, но у него Аркан Руна, кстати, все это время и также была. И Кунка все-таки... Точнее, Урса все-таки умирает. Отличная игра от Radiant. И по факту они сейчас дальше могут забирать также и того же Некра. Почему нет? Посмотрим. Некр, у него меньше уже 400 хп. Его тиммейты просто сейвят. Отличная игра от саппорта. Ну и земелья здесь умер за него, так скажем. Бэйн зачем тут был слип, непонятно. Винга отличный снова свап. Это смерть для земель. И смерть еще и для... Арка Урса это, ну, в принципе, неплохой герой, но не лучше. Тем временем Оракл тратит ульту на земелью, и Дарктира берет Бэйн в ульту. Уже первый фраг это Венга умерла. Здесь довольно лоу-хэповые очень многие герои. Дестройер прожал БКБ, на лоу-хп еле-еле выживает, на земелье должен его забирать. Тем временем Урса убивает Кунку. Дестройер здесь, да, обязан все-таки умереть будет, я думаю, там... Это очевидно, Дестрой. Сериал был прямо второй. Опять стенка-стяжка в троих. Хорошая Дарксира. Бэйна должны забирать. Просто иллюзия морфа забирает Бэйна. И иллюзия морфа. Вот чем пушить можно. Просто со стенки. Ну, странно, не под контролем немножко Дарксир. Но барак забрали. Уже хорошая игра. Это было крайне тяжело сделать. И вы помните, я говорил, 10 тысяч. Если не будет вести, то это будет ГГ для них. Но вот уже 9 тысяч было. Поэтому эта игра явно уже в пользу Дайр. Байбек тратит Венга. Убили... И Руста ее убила. Тем временем Руса еще и стирает ОД, еще и Кунка рискует здесь умереть. По крайней мере, его Руса должна забирать. И забирает его еще из косы. После байбека больше 100 секунд ему реса. И ГГ пишет команда Radiant. Отличная игра от Дайр. Ну, очень-очень неправильное решение. Уходи, Тимбер. Но УКП вызывает он. Тракса, дает ли она свой Этериал как раз? Ну, вот сейчас кого-то дал. Да, по-моему, Мортру, которая БКБ нажала. Ну, здесь убьют Шейкера, наверное. Убили там тем временем. Мартру убили, отстой. Ну, все, ГГ. Это переворот, камбэк. 2-2-8, дебил тут. Так, еще есть шанс сейчас на шаху ворваться и убить всех, но Тракса. Ну, красавчик, красавчик. Тимба рискует очень сильно. Интересный крест дал ему тиммейт. Да, взял он цепочку, ну да. Посмотрите, какая дальность у него просто. Она даже не показывается. Она за гранью человечества. Или она действительно настолько длинная? Не. Просто не показывается. Там же овнище этот концов. Ля, они еще и сейвят себя на Этериал в последний момент. Ну, красавчики. Молодцы. По пику выиграли. Просто по пику и по игре, в принципе, тоже хорошо играли. Молодцы.